Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Светлана, мы живем в Украине, в городе Харькове. Очень часто мне задают вопросы. Светлана, что высадить, как правильно подобрать растения для цветника, с чего начать и как правильно их расположить. Сегодня я постараюсь вам небольшой цветничок показать и рассказать, как я вижу высадку растений. Итак, друзья, будем рисовать, чтобы вам было более наглядно. Не всегда, когда рассказываешь, можно понять, что с чем высаживать. Итак, начинаем. У нас в цветнике должна быть вертикаль. Рисуем вертикаль, предполагаем, что это хвойное растение. Рядом с хвойным растением высаживаем объем. Это может быть тоже хвойное растение, которая имеет шаровидную форму, либо это может быть кустарник. И внизу у нас должна быть горизонталь. Это может быть и... Давайте я так буду писать вам. Это может быть туя или можжевельник. Можжевельник. Здесь у нас тоже может быть туя шаровидная. Внизу у нас может быть можжевельник горизонтальный. Можжевельник горизонтальный. Вот это та основа, которая всегда будет смотреться выигрышно. Причем с разной стороны. Если у вас вдоль стены, вдоль забора вот такой будет располагаться вот такая хвойная композиция, она всегда будет декоративна. Если такая композиция у вас будет по центру газона, либо в каком-то месте в центральном, со всех сторон она тоже будет смотреться декоративно. На каком расстоянии высаживать растение? Конечно же, вы должны смотреть, высаживая центральное растение, какое оно во взрослом возрасте, какого размера оно достигает. И между стволами этих растений оставлять достаточно места для роста. В том случае, если вы не предполагаете стричь регулярно ваши хвойные растения. Так как благодаря стрижке мы можем сократить расстояние при посадке между растениями, которые растут рядом. Это касается в том числе и горизонтального можжевельника. Горизонтальные можжевельники замечательно стригутся и сдерживаются в росте. Вот это у нас будет основа. Вот ставлю вот так, чтобы вы видели. Это у нас основа, которая всегда работает. Теперь, друзья, смотрите. Вот у нас, сейчас я нарисую. Вот у нас хвойное растение. Вот здесь у нас еще одно хвойное растение. И здесь у нас горизонтальный можжевельник. Что мы можем добавить для того, чтобы увеличить вот эту композицию, чтобы она, ну, была более интересная? Мы можем вот здесь на заднем плане посадить кустарник, который будет выше, чем этот. Здесь мы можем тоже высадить кустарник, который будет выше, чем горизонтальный, но ниже, чем основное вертикальное растение. Еще дальше мы можем сзади высадить еще один кустарник, на фоне которого вот это растение будет красиво смотреться. У нас уже композиция, смотрите, какая пышная, объемная получается. Кроме этого, если у вас вот эта композиция растет вдоль забора, всегда смотрите, что у вас у соседей растет. Либо не у соседей, а природная. Какой природный у вас пейзаж? Ну вот, Вадик, повернись, пожалуйста, я сейчас хочу именно на вот этой части нашего сада показать, как это выглядит наглядно. Вот смотрите, у нас растет высокая туя. На заднем плане она растет сосновый лес. На фоне леса смотрится туя очень гармонично. Очень высокие сосны и очень высокая туя.
В этом месте, если бы у нас росла одна тоя, вот такая высокая, а растения все остальные, как вы видите, не очень высокие, но это бы не совсем было бы гармонично. Вот вся эта картинка издалека воспринималась бы, ну что-то было бы не то. Для того, чтобы картинка была правильная, с левой стороны подсажена спирея вангутта. Она высокая, и она сейчас у нас высоты, занимает высоту 2/3 высоты вот этой большой туи. Вот если бы все растения были низкие, ну неправильно было бы. Не хватало бы растения, которое было бы выше всех вот этих растений. Вот сейчас в этой композиции у нас туя смарагд отвечает за вертикаль, спирея вангутта отвечает за объем, а вот этот нижний ярус можжевельников отвечает за горизонталь. Но это перспектива. Это вот если этот цветник смотреть издалека, тогда вот эта часть называется в этом месте горизонталью. А если разбирать уже цветник более приближенно, то тут уже совершенно другие элементы. Но давайте начнем по порядку. Хочу сделать несколько таких видео для того, чтобы было вам понятно, какие растения высаживать, что с чем компоновать. Обратите внимание, что за забором у нас играет на всю эту картинку наш сосновый лес. Используйте растения ваших соседей таким же образом. Высаживайте растения у себя такие, чтобы они в гармонии были с соседскими. Ну, какие бы они ни были. Вот выбирайте, старайтесь так высадить, чтобы вам помогало пространство соседей, для того, чтобы ваш сад был более объемным. Чтобы растения наложились ваши на растения, которые растут за забором, и создавалось впечатление, что сад бесконечный. Что это все не соседские деревья, а ваши собственные. Вот такое сочетание. Пока еще невысокий можжевельник хиберника. И внизу голубая горизонталь. Можжевельник Blue Chip. Сейчас в данный момент хорошо смотрится. Но впоследствии, когда вырастет очень высокий можжевельник хиберника, здесь будет чего-то не хватать. Ну, будет слишком большая разница в высоте. Низко будет можжевельник Blue Chip. И очень высокий будет можжевельник хиберника. Необходимо чем-то сбалансировать вот эту композицию. А эта композиция у меня сбалансирована будет подрастающим дёрином сибирика. Вот с этой стороны он растет. Весна, лето, осень, сейчас уже, конечно, листьев нет. Он весь облиственный, и он создает в этой композиции объем. Вот в нашем саду, если вы будете внимательно смотреть, я старалась все свои композиции именно таким образом высаживать. Конечно, я много читала, я не заканчивала никакие курсы. Но когда ты начинаешь очень тщательно и скрупулезно продумывать посадки в своем саду, ты волей-неволей начнешь искать информацию, как это делать правильно, чтобы гармония была, чтобы красиво было, чтобы с разных точек смотрелось красиво, и чтобы, когда растения подрастут, все так же было красиво смотреть на эту композицию. И вот если вы вправо-влево будете водить свой взгляд, растения и в этом месте высажены именно по такому же принципу. На заднем плане у нас туя, можжевельник растут, внизу туя санкист, стригу ее. Возможно, когда сдерживаю в росте, пока вот эти растения не очень большие. Когда эти растения у меня поднимутся, возможно, и тую санкист я отпущу, так как она вырастает высокая. Но сейчас она мне нужна аккуратная. А впоследствии, возможно, она станет выше для того, чтобы была гармония с этими хвойными растениями. Если у вас большое расстояние, которое вам необходимо украсить зелеными растениями, вы можете повторять в
вашей посадки. Вот нарисовала я основное, вот вертикаль, объем и горизонталь. И вот здесь тоже нарисовала основной, то, что всегда нужно учитывать. И вы можете вот точно такую посадку повторить. Какие это могут быть растения? Давайте для примера я назову. Допустим, мы высаживаем можжевельник Blue Arrow по центру. Внизу мы высаживаем тую санкист, которая будет красиво контрастировать по цвету с можжевельником. Вот здесь на заднем плане можно высадить высокое дерево с красивой кроной. Но учитывая, что можжевельник у нас высокий, на заднем плане должно быть достаточно высокое растение. Это может быть даже береза, вот которая растет на заднем плане и которая просматривается и дополняет эту композицию. С этой стороны для поддержки туи санкист, а она с желтым приростом, вы сейчас видели, можно высаживать на заднем плане пузыреплодник калинолистный ангел. Замечательно будет по цвету дополнять желтые листья и желтые кончики хвоинок у санкист. Голубой можжевельник Blue Arrow можно поддержать внизу, высадить можжевельник горизонтальный Blue Chip. На переднем плане можно высаживать гортензию. Гортензию более контрастного цвета, чтобы на фоне оранжево-желтых листьев она выделялась. А можно между гортензией и пузыреплодником, который отодвинуть немного дальше, высадить какое-то более зеленое растение. Может быть, это будет спирея, которая будет между пузыреплодником и гортензией. Спирея ван Гутта, которая цветет весной. Она отцветет весной. Здесь еще листиков не будет много на пузыреплоднике. А спирея цветет. Гортензии тоже еще не будет. Ярким пятном в этом месте будет спирея. Она цветет, и уже тогда появятся листья на пузыреплоднике, и между гортензией и пузыреплодником будет зеленая листва спиреи. Переход будет плавным и красивым, и на фоне зеленых листьев гортензия будет более выразительна. И вы можете вот эту же посадку повторить. У вас тогда будет ритмичная посадка, красивая. Мощный будет вот этот вот цветник или вот такая композиция, и будет эффектно. Не обязательно высаживать разные растения. Вот когда вот так блоками высажены растения, очень красиво смотрятся, очень эффектно. Вот когда много одинаковых растений, уверена, что вы замечали в парках, почему смотрятся красиво клумбы. Массив, огромное количество одинаковых растений. Конечно, они смотрятся эффектно. Но это в том случае, если у вас позволяет пространство. Если пространство больше 20 метров. Вот это дерево можно вот в этом повторяющемся блоке заменить на другое дерево. Может быть, это будет уже не береза, может быть, это будет рябина. Или это будет более высокая декоративная яблоня. Или декоративный бордовый, с бордовым листом клён. Вот. Тут можно уже хотя бы одно растение заменить в этом блоке, но основные должны повторяться. Кроме того, обязательно смотрите, чтобы красивое было сочетание по цвету. Вот в каждом этом блоке у вас должны быть растения, которые компаньоны, которые должны поддерживать по цвету. Как я уже сказала, голубой Blue Arrow поддерживает Blue Chip, желтый санкист поддерживает желтый пузыреплодник. Если в этом блоке у вас будет красный клен, хотя бы одно растение должно быть с таким же красным листом. Может быть, это будут гехиры, которые растут, будут расти рядом с можжевельником внизу. Кроме того, что вы высаживаете растения, которые гармонируют по цвету, не забывайте, что у вас растения, высаженные в одном пространстве, должны хорошо расти при одинаковых условиях. При одинаковом солнце, при одинаковом поливе, при одинаковой тени, если это у вас расположение более тенистое. Это все очень важно учитывать. Кроме того, в
высаживая вот такие цветники, обязательно учитывайте, как у вас солнце идет по небосводу. Если у вас солнце, вот смотрите, я, считайте, я этот цветник, вот этот высаженный, а солнце у нас идет там, где стоит сейчас Вадик снимает, вот там у нас южная сторона. Вот если мы высадим вот так растение, на которое солнышко будет с этой стороны светить, все соцветия, всех цветов, если вы высадите лилии, розы, гортензии, все у вас повернуты будут вот сюда. А если вы высадите этот цветник, а солнышко будет вот отсюда светить, то все соцветия повернутся в обратную сторону, а, допустим, а дорожка смотровая или качели, или, может быть, зона отдыха у вас будет с этой стороны. И у вас все соцветия будут в другую сторону. Я с этим тоже столкнулась, когда мы высаживали цветники. Сначала даже и не думала, что это имеет значение. Все розы поворачиваются соцветиями к солнцу. Учитывайте это, чтобы и клематисы, кстати, тоже. Чтобы, высадив их, впоследствии вы увидели их цветение и их красоту. У наших соседей вдоль разделения между их соседями растут вот такие туи. И вот, друзья, вот часто вы задаете вопрос, что высадить вдоль забора или вдоль какой-нибудь разделительной полосы. Вот смотрите, вот в этом месте это туи высажены в качестве изгороди. Здесь, как видите, никакой особой, фантазии никакой нет. Просто туи и все. Если же у вас вдоль стены или вдоль забора необходимо создать красивую композицию, красивый цветник, то вот так плоско высаживать одни туи я бы в своем саду не стала. Я бы обязательно их дополнила кустарниками или вот как я вам рисовала схемы на листочках. Вот можно вот это расположение взять тоже за основу для создания вашего цветника. Без нижнего яруса. Смотрите, здесь в шахматном порядке посажены две туи смарагд и за ними можжевельник блуару. С этой стороны три туи смарагд в шахматном порядке создают такую красивую мощную картинку. И вот здесь между ними, для того чтобы заполнить вот это пространство и не высаживать хвойные растения вот здесь, так как можете себе представить, вот если бы мы здесь высадили туи или можжевельники, но это была бы очень тяжелая стена из хвойных, именно в этом месте. И мы высадили здесь три разных декоративно-лиственных кустарника. Здесь у нас пузыреплодник калинолистный ангел с этой стороны, пузыреплодник дьявола бордовый с противоположной стороны, и по центру у нас дёрен элегантиссимо. Почему по центру элегантиссимо? Он утоплен ближе к хозяйственному домику, и у него белый кантик на листьях. Именно дёрен с белым кантиком листа рекомендуют высаживать в самых темных углах вашего сада. Он прекрасно растет в полутени и всегда вам высветлит это место максимально. Вот если у вас темный угол, высадите туда дерен с белым кантиком по листу. Вам очень понравится. Еще одно очень важное замечание. Если у вас место расположения не очень большое, допустим, вы хотите от входа к дому высадить какие-то растения, не высаживайте очень-очень большие. Все размеры должны быть гармоничны. А если если у вас дом не очень большой, а высадите вы такие мощные растения, то вы потеряетесь и среди этих растений. Хотя, конечно, это все дело вкуса, но все же соизмеряйте величину высаженных растений. Посмотрите, как замечательно смотрится каменистый садик у наших соседей. Сейчас, друзья, ноябрь месяц. И удивительно, что в ноябре у них
У нас уже барбарисы все сбросили листья. У нас уже даже, вот, Вадик, покажи, вот в этом месте, у нас и седум уже лимон корал замерз. А вот у соседей замечательно себя чувствуют. И, кстати, обратите внимание, как уже начал менять свой цвет бересклет Фортуна Эмеральд Голд. Уже у него интенсивно желтые краешки стали у листьев. Друзья, надеемся, что вот такие наши видео помогут вам в создании ваших красивых хвойных и не только композиций. Будем еще делать такого плана видео. Видим, что потребность есть. Будем делиться своим, буду я делиться своим опытом, все, что знаю, все, что умею, обязательно вам подскажу. Хочу, чтобы сады наших подписчиков и наших зрителей были самыми красивыми, самыми яркими, самыми декоративными, самыми аккуратными и именно такими, которые вызывают, ну, только восхищение. Хочу сказать, что очень довольна вот этим каменистым садиком. Вот когда бы мы ни пришли, в течение всего сезона смотрится очень декоративно. А когда разрастутся кустарники на заднем плане, ну, в следующем году все увидим, друзья, быстро время идет. Год назад всего лишь мы переделывали вот это место. А посмотрите уже, какая красота. Желаем, чтобы все у вас получалось. Главное, не бойтесь. Как говорят, и Москва не сразу строилась, и не боги горшки обжигают. Я тоже не профессионал. Главное, желание, и все у вас получится. Вам желаем вдохновения во всех ваших посадках. А мы с вами уже очень скоро увидимся на нашем канале «Сад Света Светланы». И не забывайте, лучшей благодарностью для нас будет ваши пальчики вверх, ваши комментарии и, конечно же, ваша подписка. Ну а еще не забывайте заглядывать к нам на наш кулинарный канал. Нам очень приятно, когда вы заглядываете и пользуетесь нашими рецептами. Все, всем пока-пока!